Праздники для детей всегда проходят весело и шумно. Такие развлечения – отличная возможность порадовать ребят по поводу и без. Одно из таких увлекательных мероприятий провели в Центральной библиотеке. Его организовали родители и педагоги из детского центра дополнительного образования. Дети с помощью своих наставников подготовили выступление. А тут хочется именно, чтобы они вот 2 часа такого замечательного времени провели вместе. Позитивно пообщались. Я думаю, будет очень трогательно. Мамочки, наверное, даже всплакнут, потому что такие есть и песни у нас, и сценки. Они все касаются жизни, взаимодействия детей и матерей. Поэтому будет очень интересно. Ребятам нравятся такие мероприятия, на которых можно играть, активно участвовать в развлекательной программе, показывать творческие навыки. Андрей Худасов любит выступать. Сцена и аплодисменты зрителей придают ему уверенность в себе. Когда у меня был самый первый день выступления, я был сначала очень сильно напуган, потому что был не очень уверенный. Но потом я, когда начал петь, я понял то, что меня все поддерживают. Учитель русского языка и литературы Юлия Маркова преподает в центре недавно. Несмотря на это, дети ее сразу приняли и полюбили. И вместе с другими преподавателями она подготовила номера. У нас есть музыкальный руководитель, которая, собственно, детьми занимается вокалом, танцами, ставит номера. Вот она, собственно, идея была ее. Педагоги хорошие, позитивные, много всего придумывают. В детском центре стараются устраивать подобные мероприятия регулярно. В этот раз в этом им помогла Центральная библиотека. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.